Я просто рад. Все, зажал, если бы не зашел, я бы выиграл. Да блин, да все! Да я поддался вам специально! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Профит, Фриз, Кирилл Геймер, Подлючка, Маквейт, Фрэнка, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Салам алейкум, братья. Привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет, с вами Маквейт. Всем привет, с вами ЛТВ. У нас сегодня очень крутая рубрика «Псих с бомбой». Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Пацаны, вы готовы проигрывать? Нет. Да. Нет. А я готов. Мы сегодня взяли не очень такую быструю машину, но с шифтом она довольно-таки быстро едет. Сейчас Дима сам в стенку врезается. Нет, я бомбу высоковато прицепил. Просто ой, клошара взорвется. Она цепляется об землю, представляете? Я же говорю. Тихо. Но в этом есть прикол. Вижу психов. Стоять! Дима, стой! Что со мной? О, что? Дима, вот это жесть! А че я улетел? Слушай, у меня жизни целые остались. Оно. Ну да. Психи или ты псих? Так, это пацаны, берем дубликат, ставим тачку, поехали заново! По-моему, тут все психи. Все, теперь я играю четко. Вот белый, смотри, прощай. Не надо. Да что такое? Ты чего? Тихо, вода. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Если вы хотите с нами пообщаться, заходите в наш Дискорд. Нас уже 44 тысячи человек. Точка ожидания. Нас не поймать. Смотри. Да что? Во! Давай, Дима, стоять! Есть! Вот это было мощно! Кстати, обратите внимание, машина взорвалась его бомбой, а моя не взорвалась. 3, 2, 1. Погнали. Раунд номер 2. А кто нас проиграл? Я. Давай, Маквейт, проигрывай дальше. Пацаны, никто ему не поддавайтесь обязательно. Кстати, машина у него очень плохо управляется, но настолько ужасно в управлении, вы даже не представляете, она как рахитка какая-то. Это какая-то блоха. Главное, что, пацаны, сзади сюда или сбоку держитесь. Это, знаете, это машина с Авито за 5 рублей. Да. С Алиэкспресса. Я сзади езжу специально, мне ничего делать не может. А почему? Дима, не крыси, не надо, давай на. Чего не крысить? Я вам сзади него езжу. Смотри, сейчас взорвет челика, давай! Бам! А чё он стал на месте? Он втыкал, как я. Понятно. В телефоне, наверное, в ТикТоке залипал. Так, ну что, я ставлю ему тоже тачку. Ребята, ой, чувствую, будет у нас теперь весело. Вообще, в телефоне нельзя сидеть, когда вы едете за рулем на машине. А в компьютере можно. А в компьютере... В ноутбуке можно. Ребята, настроение отличнишь. Давайте я помогу. Я уже еду. Давай, помогай, я вам помогу. Во, все, теперь назад тупо сдавай. Так вот, можно и так. Так. Тю, блин, думал, ты убийца уже с бомбой. А где он вообще? Где убийца? Он грибы собирает за домом, я понял. Да, пусть, давай расслабимся, пока он там грибы. Ой, сигналить можно на H. Он упал в воду! Да вы что, пацаны? Ну давай, маньяк, попробуй, у тебя еще один есть шанс. Я взял вообще себе имбовую тачку. Я помню, я всегда в GTA San Andreas ее брал. Да нет, ты меня так не взорвешь. А, затюненный такой пикап. А, я тоже помню, находил его, чтобы я винил. Да. Прикол. Он очень классный. Он так не взорвет. Но этот пикап на бордюрах параши, я в прошлом году. А я сейчас подниму его, смотрите, изменить свойства. А, точно. Опа, все, уже теперь высокая тачка. Так, он поехал наверх, пацаны, будьте осторожны. Хорошо, сейчас приду к вам. Сейчас кто-то мин... Я помогу, да я ему помогу, буду помогать убийце. На! Давай, мы его должны скинуть в воду. Эй, тихо. Назад. Маньяк, мы тебе будем мешать пацанов взрывать. Не надо. Ого, моя машина мощнее, чем его! Давай, помогай! Во! Сейчас вместе взятые взорветесь. Нет, мы не взорвемся. Ой-ой-ой. На! Давай, 3, 2, 1, давай, Гусанёк, покажи вещи. Как надо играть вообще.
Дима, походу, на ролик это бомбы с Алиэкспресса заказал. На! Гусей, а что, ты сам взорвался, что ли? Это прикол. Самоликвидация произведена успешно. Кто же маньяк? Гусеняк продолжает. А, хорошо. А я колеса прогреваю. Он едет. Ой. Вот это пятно осталось. Буду маньяку помогать, косячить. Что, щенок, я тебя толкаю в воду, да? Последние твои слова. Осторожно, осторожно, не подожди на бомбу, мы взорвемся. Тихо, тихо, тихо. Да сейчас взорвется еще, осторожно. Да не бойтесь, мы профессионал. Да, вот это была мощь. Гусанек, ты молодец, прям красиво. А что, двое умерли? Да. Давайте два убийцы будет, чтобы было веселее. Давайте, вдвоем будете. А во! Вот это, ребята, сейчас будет вообще жесть. Вот сейчас будет весело. Так, стойте, я сажусь в тачку. Три, два... Да ты дебил. Я считал время! Три, два, один. Погнали. Полетели, полетели. Один самоликвид. Давай тебе еще раз поставлю. Они сами, что ли, взрываются? Я перевернулся. Да, задеваю. Прикольно. Да, за бордюром. А я как-то ездил, и нормально было все. Я же за картой. Давайте, три, два, один, погнали. Так, тихо, осторожно, осторожно. А где еще один маньяк? Че только один ездит? А он там меня стоит. За карту выкинул бомбой. А, понял, понял. Ну, килл пропиши туда, что делать? А вы че взрываете сами? Я не знаю. Сразу видно, полурахиты играют, каличи. Рачки, да я ж играл, нормально все было, че вы. Еще раз ставим. Пока они там ездят. Давайте, я пока буду их ловить. Давай, покажи вещи. Рака? Показал вещи. А я взорвал, а кого? Да никого ты не взорвал, ты сам взорвался. На фиолетовый. А вы сами взрываетесь, пацаны. У вас это сегодня самоликвидация активируется. На. О, Кирилл геймер. Все, есть контакт. Кстати, а Кирилл был без машины? А, или с машиной? Она у меня удалилась. Забыла с машиной. Давайте втроем буду, я тоже буду участвовать. Да вы что, я сейчас там уписываюсь. Да не, не бойся. Че, вы готовы? Вот, давай. Три, два, один. Пацаны, покажу, что это легко. Есть. Опи шерсть. У кого? У тебя? Ладно, шучу. Смотрите. Ай, ну как я тебя не взорвал? Тупо газуем. Смотрите. Это смерть. Это смерть. Там прижимает фиолетового. Давай, 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 давай. Помогай, помогай. Это вы прижимаете его? Да, да, да. А можно я к вам не приеду? Да мы сейчас его взорвем. Ну, ты что, меня перебороть решил? Давай, взрывай. Да что ж бомба не взрывается? Разве моя бомба, потому что? Да, не голимая она. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это было жестко! Вообще класс! Так, давайте сейчас, вот, кто проигрывает, будет брать маньяка, и кто последний останется выживший, так было веселее. Мне кажется, так будет прикольно. Два, три, четыре. Четыре, да, у нас маньяка сейчас, или сколько? Да. Поехали. Поехали. Разгоняемся. Одна машина в запасе осталась. О, белая, вот я вижу. Стоять! Стоять, щенок! Нет, не видишь. Кирилл. Да-да-да. Ой, бомба активирована. Ой, моя машина. Так-так-так. Вот и белый есть. Надо просто очень аккуратно на бордюр наезжать. Потому что что-то... Бомба. Во, есть. А вот теперь, щенок, стоять! Чего вас так много? Нет. Так все прикольно же, у нас много маньяков-убийц. Наоборот. Так, за дом поехал, за дом, за дом, за дом. Есть! А, это он сам себя взорвал? Нет, я белую машину взорвала, там стояла. Бум! Ах, стоять! Отлично, отлично! Врезался. Еще взрыв, только там сам себя подорвал. Там взрываются эти. Еду за зеленым, лечу. Не надо. А вы что, машины поменяли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это меня откинуло! Ой, извини. Че, пацаны, ставить вам машины? Да.
Давайте, маньяки сегодня у нас должны всех убить. Игра на выбивание. Почти. Давай. Я не знаю, немного я поставил машину. Поехали. Надо в следующий раз, короче, бомбу выше чуть-чуть ставить. Ну так даже прикольнее. Так, надо вон по мосту едет один. По мосту, это видите? Это не я, Дима, это не я. Нет, это надо. Это так, это перекрывайте, надо, чтобы кто-то туда поехал, на ту сторону. Так, да, аккуратненько заезжаем. Так, встречай его там. Саня, давай, 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 давай. Ай, блин, я думал, было все-таки взорвет. Класс! Чего так? Я еще живой, а я не сдох. Я еще живой. У меня 3 хп осталось. Я от вас лучше убегу. Надо 3 хп. Бомба активировалась. Отлично. На. Я пока что посижу в углу, хорошо? Стоять, щенок! На, я его взорвал! Есть! Есть! Так, ну что, кто у нас остался в живых? Я. Я еще остался, я еще не вас двое? Я хорошо, да. Хорошо, ставлю. Подожди. Сейчас я машину возьму, секундочку. Давай его, пожалуйста. Все, 6 машин, 6 на 2 поделилось. Отлично, все, ребята, погнали. Ну я умру, наверное, да? Ну, не знаю, это мы сейчас с вами как раз и узнаем. Бача вообще нужна. Вижу, вижу его, вон он стоит, возле воды на мосту. Разгоняюсь, пацаны, идите его встречайте, едьте туда. Едем. Мы встречаем. А, блин, обманул меня, красава, Элла, брателла. ЛТВ меня тролли. Классно, ребята, веселье. Начинается. Так, 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 давай, 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 все за ним, все за ним. Вот это. На, все взорвались. Убили его? Нет, я живой. Ой-ой-ой-ой-ой, это что ж самая ликвидация происходит. Хорошо, пацаны, ставлю еще. О, я сдох, потому что в стенку врезался. Ну, а то считаемся или нет? Да, все, ты умер. Получается, что, есть еще кто живой? Умер. Я остался. Все, пацаны, и... все за ним, все за ним. 7 машин поставил. Дай мощнику. О, спасибо. Погнали. Дима мощника. Да. Давайте, давай. Это рахитные машины. Ну, так это если бы они были быстрые, вообще было бы очень легко. Где он, кстати? Не знаете? Погнали. Вот он спрыгнул на белой тачке. Он едет, он постой. Ой, 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 я сейчас взорвусь. Помоги. Нет, нет. Ты сейчас ничего не взорвал. Как? Это веселье. Все умерли. Ну так это, видишь, прикол. Да не, вон на белой еще тачке, кстати, ездит. Убили его? Нет. Нет, почти. Я один остался, а нет, еще два. Дайте машинку, пожалуйста. Сейчас, 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 сейчас мы его догоним. Да стоять! Ты че, а кто, кто еще живой? Давайте вместе будем его это ловить. Сейчас я мастер машину, подожди. Нет! Есть! Да что не есть? Я врезался в него и не, не взорвалась машина. А ничего не было. А ничего давай, не было. Дима, к тебе. Молодец, Дима. Я взорвал его, не? Что ты? Нет. Я сейчас ставлю все по машине, и если мы его не сможем взорвать, этой партии, он будет победителем в этом ролике. Согласны? Тихо-тихо. Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все. Что? Да вы что, издеваетесь? Ну, надо его убивать, а не себя. Кто меня врезался, алло, ну вы чё там? Я не знаю, вы так играете странно очень. Все, давай вот туда до воды загонять. Все, давай, вот, до воды его гони. Давай, давай, сейчас ловлю. Да не в меня, ну что ты делаешь? На ошибке! Есть! Есть! Саш, люти. Так, ребята, теперь знаете, что я хочу? Я хочу, чтобы я один был, а вы все против меня. А мы сейчас все поздыхаем, Дима, ты что? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, 7 машин вам выдал. И я беру себе тачку, вот эту вот, которую я и хотел. Сейчас мы ее поднимем сразу, чтобы она выше была. Она назад не сдает. И покрасим в желтый цвет. Так, тихо, аккуратно. Вы готовы? Нет. Да. 3, 2, 1, начали. Давай, щенок. Раздербарим тебя за секунду. Давай, тихо. Да блин, извиняюсь. Это легко, ребят. Я постарался. Сажал, если бы не зашел, я бы выбрал. Да блин, да все! Да я поддался вам специально! Даем тебе вторую попытку. Ну давай, давайте еще раз, хотите? Да. Ну прикольно получилось. Давайте я очищу карту на всякий случай. Давайте. Вот сейчас, ребята, буду очень сильно стараться. Взял машину, Галин. На самом деле, надо, если убегать, лучше брать не мощную машину, а управляемую. Так, 3, 4, 5, 6, 7. 7 машин сейчас я возьму себе. Давайте все-таки вот этого Кадиллака возьмем.
Сейчас мы ее поднимем сразу, чтобы была высокая. 3, 2, 1. Погнали. Вот это движ за мной. Сейчас, ребята, я должен хорошо повыживать. Чувствую это. Не получится. Просто не выйдет. Это была очень быстрая смерть. Кстати, я как-то живой остался. Бомба реально не мощная. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ой-ой-ой.